Всем привет! Приехали мы в полевой стан. Полевой стан оказался весь перекапанный. В общем, где стоял гараж, ну, техника была, там все перекапано. Сейчас пройдем, вот у них территория размечена, ров, бугор, вдоль вот этого бугра поищем. И у нас первый сигнал. Посмотрим. Что-то похоже на алюминиевое. Вроде бы. Ну, выкопаем, покажем. Опа. Это, друзья, какая-то запчасть. Я не понимаю, что это за запчасть. Может, кто знает, подскажет. Ну, алюминиевое с металлическими. Металлом. Вот такая часть пойдет. Вот доказательство того, что тут была техника, но все вообще перерыто. Алтай, Сельмаш, плуг пятикорпусный, навесной, ПЛН-535. Вот этот пятикорпусный нам бы найти, навесной такой. 1900, вот не указан. Вот, была техника. Вот, друзья, здесь какая-то лежит запчастенка. Похоже, хорошая. Слышно, металл литой. Сейчас откопаем вместе с вами. О, ну, может, потом включимся, чтобы вам долго не ждать. Я понял, это решетка. Но эти решетки, я думаю, по-моему, килограмм 50, если она целая. Или не помню, 35 или 50, вот что-то в этом плане. А, нет, это чуть другая. Ну, там видно еще одна под ней. Она сломана, да? Хорошая. Хорошая. Тяжелая. Килограмм 30, наверное. Блин, летает такая. Не, поменьше. 20 есть точно, 25. Так, хорошо. Еще есть? Да, точно. Здесь еще. Вот бы напасть на сброс таких решеток. Вот это было бы вообще замечательно. Ладно, сейчас откопаем это. А может, это просто одна сломана. Она сломана пополам. И вот ее и выбросили. Да, наверное. От нее. Что-то как будто черкануло еще, не знаю. Такая. Нет, другая. Решетка маленькая. Сейчас глянем, может, еще есть. Нет, это не оно. Да, что-то кусок от решетки. Это уже еще меньше. Блин, вот сброс таких решеток, найти в кучу. Вообще было бы замечательно. Ну, похоже, больше, наверное, здесь нет. А еще есть. Отлично. Вот еще. Вот это дело. Они тяжелые. Тут тридцатка, наверное. И побольше. Отлично. Ну, продолжайтесь. Нет, наверное, все. Хватит хорошего понемножку. Как всегда это бывает. Бля, металлоискатель, надо что-то
поверх, в черме там работал. Сейчас разгоним еще. Она еще. По-моему, чермет запчасти. Запчасти, елки. Что, с тросом? Нет, без троса. Да. Крюк от трактора, как он правильно называется, сейчас тоже литой хороший. Отлично. Его надо врубить. На улице дождь идет, там все нипочем. Откопаем вот такие литые вещи. Плохо. Какая-то арматурина. Вот такая арматурина торчит. Посмотрим, куда она идет. Надо ее выкупить. Не мешал. Пошел вручную искать. Это арматурина. На нее попал. Нет, это спицо с арматурина. Вот эта полоса, что здесь куча. Вот еще вот. Отличная кучка. Труба. Отличная труба. Пойдет. Ладно, покажем вам, включимся, что накопаем здесь. Если еще будет что-то, включимся, покажем. Загнал нас оттуда, друзья, вчера дождь. Доснимаем видео мы, вот сейчас на следующий день. То есть, вчера начался сильный дождь, моросил и превратился прям в ливень такой. Еле вылезли мы из поля, дорога раскисла, машина начала водить. В общем, пришлось, вынуждены были оттуда уехать. Порадовали, конечно, решетки вот эти такие увесистые, тяжелые. Еще там нашел болванку, сейчас покажу. Ну, где-то мы там были минут 40, наверное. Килограмм 100 с лишним нарыли. Еще железку, вот и по мелочам там кое-что нашли. Хоть место капанное, но где-то по обочинам, то есть можно копать там, как-нибудь мы туда съездим еще обязательно. Ну, сейчас покажу вам вчерашний результат. Вот такой у нас результат. Вот такая вот еще тяжелая штука попалась. Ну, всем пока, до новых встреч.